Мир, труд, танцы. 25-летний юбилей отметила детская хореографическая школа. Большой праздничный концерт прошел в Люберецком дворце культуры. Подробности далее. Бурные аплодисменты! Бурными овациями встречали учеников и педагогов зрители. Еще бы, 25 лет непрерывного труда и самоотдачи. Сложно поверить, но когда-то мало кто верил, что в Люберцах будет своя хореографическая школа. Четверть века назад решилась на подобную смелость Татьяна Тропина. Вечное движение. Вот это вот наш девиз. Самый настоящий, потому что спать некогда. Наши дети, если... Вот мы на фестивале выезжаем 5:30 утра, и никто никогда не скажет, что это рано, родители, там, дети. В 4 утра приходят. Сейчас в школе обучаются 470 детей. 43 преподавателя дают знания по многим направлениям хореографического искусства. Ритмика, народные, классические, эстрадные танцы. А также таким предметам, как режиссура и мастерство актера. Нам нравятся все виды танцев в хореографической школе. Но особенно мы любим классические и степ. На данный момент в школе занимаются 6 ансамблей. Престиж, тропинка, карусель, Россия, ритм, калейдоскоп. Последнему, например, уже 20 лет. Ныне это уже старшее поколение, чьи дети и внуки продолжают традиции своих родителей. Он праздники, будем говорить, свадьбы у старообрядцев, которые живут в Сибири. Он очень красивый и вот такой, как бы сказать, символический и, ну, я бы сказала, не строгий даже, а нужный танец вот именно для этого момента. Такой прям торжественный танец. На сегодняшний день школа показывает хорошие результаты. Ансамбли участвуют не только в российских фестивалях и конкурсах, но и активно путешествуют по всему миру. Немалая часть призов находится в Люберецком краеведческом музее. Как признается Татьяна Тропина, главная награда для школы – это не дипломы и кубки, а познание мира и других культур. Поздравил Татьяну Тропину с юбилеем школы и Владимир Ужицкий. Он пожелал всему коллективу процветания и благополучия. Когда приду сюда, посижу и думаю, хорошо, что такие люди есть. И немножко могу к вам прислониться, так, порадоваться, думаю, что я не на работу хожу. Как признается Татьяна Тропина, ее главная мечта – это строительство в Люберцах большого центра, где будет располагаться детская хореографическая школа. Наталья Григорьева, Мария Кузьмичева, Андрей Иванов, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ, подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.